Утро доброе, друзья! Сегодня необычный формат. Я как специалист не только по ремонту вмятин, но и по физкультуре. Небольшую покажу разминочку, небольшую тренировочку, которую всем советую, всем, кому уже там за 40, кому лень ходить в спортзал, кому мало места, там долго, далеко, неудобно. Есть вот такая штука гиря. Это пушечный снаряд с ручкой. И с ним можно делать очень много упражнений, очень компактно, одновременно и силовые упражнения, и одновременно они же функциональные, такие продышаться, погонять кровь, потому что из-за вот такой вот формы, такой инерционный характер баллистический имеет гиря. И в принципе силу хвата тренирует, а нам с вами нужны как раз вот эти все связки, мышцы, да, вот вчера с Денисом Красиком разговаривали, он рассказывал, что у него была травма локтя, год работал еле-еле, у кого-то плечи, у меня плечо, да, вот, и поэтому вот такие дела. Ну, для начала просто элементарную надо сделать какую-то разминочку, я, в принципе, каждое утро встаю, делаю, разминаюсь, какие-то не там супер амплитудные вещи, да, вот, чтобы погонять немножко кровь, там какие-то скручивания, какие-то наклончики элементарные. Можно и не элементарные, конечно, это будет даже лучше, если вы сделаете какую-то более полноценную разминочку. Вот. Ну а гирька — это такой вот снарядик. Интересно, включаются мышцы, стабилизаторы, потому что они обычно у нас не работают особо, какие-то мелкие мышцы, да, а здесь вот из-за того, что мы что-то крутим такое, да, вот, не включаются. Можно сделать буквально там по 10 раз в каждую сторону или по 20 каких-то упражнений. Интересно. Приседаем. Давайте поприседаем. Какие-нибудь жимы элементарные. Основное офигенное упражнение с гири — это махи. Они вообще всю заднюю цепочку включают. А по технике смотреть, конечно, очень много видео всяких. Это все есть. И перекидочка со сменой рук. Взятие гири. Thank you.
также много других упражнений с гирей. Очень много разных. И классических из гиревого спорта, таких как рывок гири. Также взять толчок, просто жимы. Есть какие-то боксерские темки с переносом. Здесь хорошо кор включается. Вот. Турничок у нас висит. Так что, ребята, будьте в форме. На мой взгляд, ПДР уже вышел на такой уровень. Очень много сложных работ едет, да? Очень много реально приходится усилий применять. И вот это физический функционал важен. Чтобы не выгорать, чтобы не страдать. Ну, тонус и все такое. Если видео зашло такое, ставьте лайк. В общем, кто там по технике какие-то замечания имеет, тоже пишите. Вот, все. Всем пока.